11 глава книги пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и же злом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской».